привет! С вами Omni Review. И сегодня мы решили сделать такой обзор на такую игру, как Pocket Fleet. Сейчас она находится в топах Android, Android Market. Но она является бесплатной, что тоже радует. На iOS она не лежит в топах, но ее можно также найти. Кстати, мы играем с разных устройств. Я играю с iPad 2. Я играю с Sony Xperia PS. Игра является онлайновой. Вот так мы можем видеть здесь очень много комнат. В какую пойдем? Да, видишь у себя Tolga's Game. Да. В нее. Вот, мы так подтверждаем. Управление у нас очень довольно-таки простое. Нажимаем launch. И вот здесь у нас вот эта кнопочка, это ехать. Да, вот, видите, мы в одной команде. Вот это основной, то есть, точнее, второстепенный огонь. А вот это вот основной. Ай-яй-яй, надо уходить отсюда. Так, вот так разворачиваемся. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну, что можно сказать? Управление хорошее, лучше, чем... Шедуган. У меня вообще не вылетает. У меня тоже, кстати. Игрушка довольно-таки затягивающая. Плюс у нас внизу есть такой, как... счетчик энергии. А, меня подбили. Я уже моргаю красным. Даже не знаю, что у нас счетчик энергии есть. О, внизу, если она кончится, мы все, мы умрем. Нет. Оп, я кого-то убил. Мне дали 100 очков. Повороты осуществляются акселерометром. Ну, они очень сделаны удобно. Да. Идет очень... слишком резко, не слишком. Идет довольно-таки плавно. Ой-ой-ой-ой-ой, босс. Почти его убил. Да, тут немножко босс осталось. Ай, меня убили. Давай, Егорка, убивай его. Все. Оп, молодец, мы выиграли. Вот, у меня уже 1200. Новый ранг, капрал. Кстати, не знаю, где можно посмотреть, какой ранг выше и что за это дается. Да. Ну, не знаю, у меня появился двойной айфон. А, мы, кстати, играем против ботов. Да. Да. Вот это понял. Вот мы за Альянс, и они за Аерий. Вот, все, нажимаем. Можем выбрать даже различные. Лазер двойносик поставить, там есть такая. Вот, и... О, да тут корабли разные есть, но они стоят очень много. Лазер, двойной корабль. Да, вот, все. Ой, если тоже поставил двойной лазер. Особо нажимать на газ не стоит, потому что у нас из-за этого именно идет энергия. Вот, меня опять убили. Игрушка очень довольно-таки неплохая, веселая и простенькая, но оттягивает надолго. Ну так, поехали. Ой-ой-ой-ой-ой. Ракета тут через раз самонаводящаяся находится. Тебя убили, да? Да, но я убил очень двоих. Меня радует то, что ты рисуешь, как будто убитый ножом. Да, кстати. Это очень весело, самая веселая часть игры. Но сделано добротно. Значит, хорошие сервоки работают исправно. Я не думаю, что кто-то использует. Создатели довольно не поленились вообще. А, вот как раз таки показывается ножик. Так, ну тут уже надо мне как-нибудь заработать, что ли, очки. Опыта. Эх, тебя убили.
Нет, я жив, все горел. Красный, я жив. О, теперь... да. У меня Лэнс Капрал. Я теперь Капрал, я выше тебя. Ой-ой-ой, надо вот это вот убить. Оп, я 500, я 5000 энергии собрал. О, мне 200 присвоили. Еще энергии дали. В общем, игра сделана добротно. Создатели сразу видно были не ленивы. Играть интересно, затягивает. Тут очень сильно. Что можно еще сказать? Ну, не знаю, надо сваливать карт. Отсюда. В принципе, я не думаю, что для этой игры нужно много карт. Существует ли они вообще? Оп, присудили 100 очков. Эх, да я уже моргаю, у меня жизни-то почти не осталось. Сейчас я приду на помощь. Не, уже поздно, не пришел. Я уже убил его. Молодец. В общем, слушай, да... они нашу базу вообще нападают на нее? Да, есть немного. В общем, игра такая хорошая. И вот еще в чем прикол, что, как бы сказать-то, я даже не знаю, у меня даже слов нет. Так хорошо, что даже слов нет. Да, минимализм в моде сейчас, как говорится, и вот он, пожалуйста. Относительно есть такое дело, да. Так и хочется мне прокачаться до чего-нибудь, получить свои очки и купить либо новый корабль, либо лазер, либо что-нибудь. Потому что копить до ракеты очень долго, 17 тысяч нужно. У меня сейчас 4, я могу купить. Там 1700, а не 17 тысяч. Ладно. Допустим. Да, проверю сейчас. Да. Давай, такую корабль со мной. Чёрт-моё, О, я 20 щит получил. Где? От ракет такая отдача идет вообще. Тогда еще взорвем корабль, будет отдача. Да, давай, давай, оп, давай, еще чуть-чуть. Эх, блин, мне чуть-чуть осталось. 20, все, мы выиграли. У меня новый ранг. Railgun. Так, а я в четвертый, слушай. Да, надо бы еще поиграть. Ой, я уже... Ну, ты сразу после меня идешь, у нас поровну 4-4. Так, значит, о... Да, берем это. Сейчас проверим. А, вон как раз таки корабли идут за... И что ты мне говоришь, ракета стоит 17 тысяч. Да, 17, потом... Ой-ой-ой. Ой, даже надо говорить. Это ужас просто. Девастратор. Я смогу до корабля докопить, я думаю. У меня сейчас новый огонь, видишь, какой. А, вот как раз таки у меня-то есть этот Local App Store. Пытаешься взломать? Да, уже получилось так. И вот это попробую. Отменить все. Вот, пожалуйста. У меня теперь должны быть появиться вроде бы. Или не появились, не знаю точно. Смотри, посмотри, все-таки. Я аж корабль себе все-таки купил там какой-то. А, вот, да, появился. Раптор и болт. Так. Ну, лучше вот на этом болте буду. Я еще не вылетел, подожди, сейчас. А, вот как раз таки Moonbolt есть, и Tesla Jolt. Вот, я тебе куплю вот это вот, возьму. Давай. Вот она. Во, вот так вот теперь. Во, видишь, какой я стреляю? Это я стрелял. Оп, мне 200 засчитали. Оп,
Все мое. Да. Вот. Еще да. Наше будет. Ах, вот блин. Праздник. Так, а где это? Где корабль? А, он вроде да, он зеленым показывает. Сейчас я. Вот, смотри, как у него есть корабли уже. Ну, как раз еще один плюс джайлбрейка, который у меня стоит. Это Local App Store. Покупка игровых. Это игровые покупки, точнее. Нажимаем купить, отмена. И все, пожалуйста, у нас есть. То есть вот это приложение плюс один список. Ай-яй-яй, меня стреляют. Меня убили. Вообще-то лучше, наверное, идти не на корабли боссовские, а на... Да, я тоже думаю, потому что за них ничего не будет. Да, за корабль это очень редко, тем более его атакуют все, и вряд ли вы попадете в него. А так, в принципе, лучше играть... А, и друг против друга. Ну что ж, я думаю, доиграем вот это вот и пойдем. Да. И вот будет у нас завершение такое. Вот он потерял управление от моей ракеты. И пора ему уже помирать. Да. Ай-яй-яй. Ах ты, у меня украли фраг, походу. Оп, я засчитали фраг. Я получил 5000 энергии. Ты тоже? Да. Я просто рядом подлетел. О, ты рядом со мной. Прикрывай. Чё ж не прикрыл? Ланч. Вот, и поехали опять всех мочить. Ой, на этом корабле у меня быстро тратится как почему-то энергия. Ой, я пока буду атаковать большой корабль, посмотрим, что мне с ним останется. Да, прикрывай меня, там рядом будешь. Ай-яй-яй-яй-яй. Корабль сам себя защищает. Надо будет побыстренько вот все сделать. Я у него отобрал, потому что очень много урона. Очень много жизни, точнее. Такие Тесла-ракеты. Оп-оп-оп, давай-давай-давай-давай. Ну, давай, ну что ты осталось? Всё. Да, всё. О, аллилуйя. Сержант. Сколько ты получил? Мне даже интересно. Я получил матч вон 600, итог у меня 2600. Нет, 1300. Я думаю, всё, да, завершим. Ну да, думаю, всё. Напомню, с вами был Omnio Review. Подписывайтесь, ставьте лайки. Да, пока.